Выборы губернатора Московской области пройдут в Подмосковье 9 сентября. Если вы не зарегистрированы в Химках, но в этот день не будете в городском округе, вы можете стать мобильным избирателем. Теперь каждый житель Подмосковья имеет право проголосовать на любом избирательном участке, находящемся на территории Московской области. Впервые такая возможность у граждан появилась на прошедших в марте этого года президентских выборах. Тогда программа «Мобильный избиратель» воспользовалась более 200 тысяч жителей столичного региона. Заявление необходимо подать лично, потребуется лишь паспорт. Для этого с 25 июля по 5 сентября нужно либо обратиться в так называемые пункты приема заявлений о голосовании не по месту жительства. На территории городского округа Химки их 4. Один находится у нас на Калинина 4, еще 3 в территориальных управлениях, Подрезка, Восходня и Левобережная. Либо обратиться в многофункциональный центр, либо воспользоваться порталом, единым порталом государственных услуг. Сентября включительно зарегистрироваться в качестве мобильного избирателя, предусмотрено подать заявление в участковую избирательную комиссию по месту жительства вплоть до дня выборов. Заявление можно подать только один раз.